Друзья, всем привет! Приобрел себе еще одну штучку, называется Xiaomi Cube. Прикольная вещица. С ней можно будет много чего придумать, сделать. Сейчас расскажу пару вещей, которых, например, которые я уже у себя сделал. Получается, если бить два раза, стукнуть. У вас есть 2 минуты, чтобы покинуть квартиру. Квартира будет взята под охрану. Получается, включается режим охраны с задержкой. Например, когда выходишь из дома, два раза стукнул, и 2 минуты таймер стоит, чтобы покинуть квартиру, и потом будет взята под охрану квартира. Также можно два раза потрясти, включается свет и выключается. Также можно регулировать яркость. Получается, крутим в одну сторону, прибавляется яркость, убавляется, ну и в другую сторону. И кому будет интересно, как сделать, например, такую задержку, как у меня на 2 минуты, сейчас Алиса еще раз скажет, что у вас там осталась 1 минута, чтобы покинуть квартиру. Осталась 1 минута. Квартира будет взята под охрану. Как мы слышим, осталась 1 минута, чтобы мы успели свалить с квартиры. После этого она включает режим охраны, включает режим никого нет дома и выпроваживает гостей. Теперь перейдем на компьютер, я покажу, как я это сделал. Друзья, как вы видели в начале видео, я приобрел себе Xiaomi Cube. Прикольная вещица, много чего с ней можно сделать. Например, включать и выключать свет в любой комнате, также управлять подсветкой, там, яркостью. Да все, что хочешь, все, что в голову придет, то можно привязать к каждому действию. Действий там, в принципе, достаточно. Ну, в этом видео хочу рассказать, как сделать так, чтобы, например, мажордома включал режим охраны с задержкой на 2 минуты, также включал никого не дома после того, как включился режим охраны, и упроваживал гостей. Для этого нам понадобится зайти в панель управления, в объекты, в объект Security Armed Mode, и здесь создать новый метод, называется Delay, задержка. В этот метод добавить вот этот код. Этот код я оставлю в описании. В принципе, ничего сложного нет. Алиса говорит, что у вас есть 2 минуты, чтобы покинуть квартиру. Включается таймер на 1 минуту. После этой минуты Алиса включает второй таймер. После окончания второго таймера она включает режим охраны. Ну а в режиме охраны там уже прописываете все действия, которые вы хотели, чтобы она делала, включала. Ну так, это первое, получается, создали новый метод, назвали его Delay. Как подключить к Xiaomi Cube к GTV, в принципе, там много видео, на этом зацикливаться не буду. После того, как подключили, он у нас появляется в приложении к Xiaomi Home. Как мы видим, вот наш кубик определился сразу. В настройка кубика заходим в данные. Для этого вам нужно будет создать новый объект, например, сейчас вам покажу. Здесь у меня есть новый класс Xiaomi GTV и 2 объекта: Xiaomi сам GTV и Xiaomi Cube, который я создал. Создаете новый объект Cube и привязываете к нему все свойства, которые бы вы хотели. Ну, можно, в принципе, отсюда все названия копировать и добавлять в новые свойства в наш новый объект. У меня пока привязано 2 свойства, это получается tap tweak, twist, или как он там называется, это 2 раза постучать по столу или по любому предмету, а нет, даже одно сейчас, второе удалил. Также у него есть поворот на 180 градусов, на 90 градусов, передвижение, просто вправо-влево двинул, там встряхнул 2 раза, но не будем на этом зацикливаться. Получается, вот мы создали новый объект, привязали к нему свойства tap tweak, tap twist, или как он получается, 2 раза стукнем по столу этим кубиком, и отправляется сюда свойство 1. К сожалению, получается, он не умеет отправлять 0 или 1, он всегда отправляет 1, но для этого
я в этом объекте куб создал метод. Метод называется xcut, ну вы можете как угодно назвать, я назвал его так. В настройках этого метода получается, когда два раза стукаем кубиком, запускается этот метод, а этот метод запускает у меня другой метод, как раз вот этот security delay, задержку. В принципе, тут ничего сложного нет, если надо, и вот этот код оставлю в описании. Как вы поняли, вот получается, создаем сначала объект, в объекте security delay, метод delay, задержка, вставляем туда этот код, потом создаем новый объект для нашего кубика, привязываем свойство этого кубика, да, привязываем свойство действия кубика, например, два раза стучим, привязываем к новому объекту, который мы создали, куб. Получается объект, свойство и метод этого объекта. И в принципе все, что я хотел рассказать в этом видео. Тут ничего сложного нет, как я говорил. Кому что будет непонятно, пишите комментарии. Делитесь моими видео в комментариях. Ой, в комментариях там, с друзьями. И не забывайте про колокольчики, чтобы не пропустить мои новые видео. А, хотел сказать. Блин, кому будет интересно, как подключить к Raspberry Pi обычную веб-камеру, и после того, как, например, произошло движение, чтобы она в Telegram отправляла вам новые свойства, я это уже сделал в простых устройствах. Но сейчас я отключил специально, чтобы там картинки не было. Получается, пишите в комментарии, кому это интересно. Я запишу отдельное видео для этого. Ну и все, пожалуйста, на этом, что я хотел рассказать. Всем спасибо, всем пока.